Праца у новых умовах. Санкции не стали перешкодой для гомельского предприятия «Коммунальник». Тут освоена новая ниша – цалком автоматичная станция обезжелезвания. Как оценили новую распрацовку, расскажем у нашем сюжете. Забезпечить жыхароў усіх регіёнаў чыстай вадой до 2025 года. Вось задача, якую поставил президент на пятигодку. Гомельское предприятие «Коммунальник» распрацавала станцию обезжелезвания воды. Яе уникальность заключается у цалком автоматичной системе контроля. Ноу-хау позволит у дальнейшем снизить выдатки на яе обслуговывание. Не секрет, что на районах не всегда эксплуатация происходит в том режиме, который необходимо, поэтому в этом случае здесь есть полная система автоматического регулирования с помощью верхнего уровня. То есть человек, сидящий в Гомеле, в Минске, да где угодно, может спокойно посмотреть, что происходит с ней, и отрегулировать, чтобы она не выходила из строя. Также в рамках программы «Чистая вода» предприятие может производить и обеспечить полностью Гомельскую область такими станциями различных характеристик. Еще одна перевага – белорусские комплектующие. Амаль 100% необходимых материалов вырабатывают у нашем регионе, а значит и санкционная политика Захаду не поуплывает на реализацию проекта. Корысть от этого видовочная зарабатывают гомельские предприемства. В Гомельской области не только частные организации какие-то и другие, а на базе завода «Коммунальника», в том числе, чтобы его задействовать мощности, организовать производство, соответственно, станции обезжелезывания, собственными силами предприятия этого и, соответственно, реализовывать в рамках реализации программы в Гомельской области, реализовывать эти станции в рамках комплексных проектов по чистой воде в населенном пункте, соответственно, реализовывать эти станции и строить их, соответственно, на этом предприятии. Реализация этого проекта даст возможность выполнять программу «Чистая вода» больше оперативно, на керунок перспективный и запотребованный, а значит, распрацовка будет ожидаться у наикороткие термины. Станция обезжелезвания потребна и в соседних державах. Это открывает предприемству новые возможности для реализации своей продукции. Однако спочатку треба закрыть потребу властного рынку. У нас есть задача на этот год. Количество станций, мы должны их выполнить в полном объеме. Я хочу, чтобы вы четко посчитали, что нужно для старта, какие объемы, и чтобы здесь закрутить работу и посмотреть, чтобы мы, во-первых, то, что продекларировали по каждому району, по каждой ситуации, сколько мы выпустим, мы должны в этом году 100% сделать. А начиная с 2023 года сделать программу до всей пятилетки с максимальным масштабированием. Да. Я услышал. Перспективность проекта видовочна, кошт станции не выше, чем у інших вытворцаў. А вот автоматизованная система контролю несумненно конкурентная перевага. Жанна Мінінна, Сергей Камков, телерадиокомпания «Гомель».